Карагандинцы готовятся отметить День первого президента. В преддверии государственного праздника школьники шахтерской столицы 101-го лицея провели круглый стол. На свое заседание они пригласили ветеранов образования, где старшее поколение поделилось своим опытом. Подробнее в следующем материале. За круглым столом собрались не только ученики школ города, но и ветераны образования. Заседание проходило в президентском зале 101-го лицея, который на сегодня является пока в единственном в своем роде. Главным поводом такого собрания послужило обсуждение деятельности и личности лидера нации. Надежда Ивановна, ветеран образования, в своем выступлении подчеркнула, что каждый из нас имеет своего лидера и равняется на него. Мы в своей жизни, в течение всей своей жизни, равнялись и равняемся на лидеров. Сегодня наш президент – это не просто президент, это лидер, это профессионал. В ходе круглого стола ребята задавали интересующие их вопросы старшему поколению. В свою очередь ветераны образования охотно отвечали и старались, чтобы каждый из них получил нужную информацию и в будущем сумели найти себя и стали конкурентоспособными личностями. Ведь на них возлагаются большие надежды. Так процитировала слова президента страны Надежда Ивановна. Чтобы они сохраняли все то, что мы строили, что мы создавали, чтобы они берегли, чтобы они не разрушали этого, а именно созидали, развивали и обогащали нашу страну своими творческими делами. Данное мероприятие при поддержке департамента образования в скором времени будет проводиться и в Карагандинском техническом университете, где учился первый президент страны. Нурила Туржан, Олжас Габасов, Евгений Афанасьев, первый, Карагандинский.